Олександр. Всім підрозділам висловлю вам подяку за надані прилади для розмінування. Ваша допомога рятує життя бійців на фронті. Разом ми здобудемо перемогу. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ну що, розпочинаємо полігонну працю. Зараз приїхали на полігон і тут трішечки попрацюємо. Дякую вам, будуть ще відео, поки тільки розпочинаємо ці. Та ми вже общались. Общались, було діло. Було діло, согласен. А о чем хотите сейчас поговорить? Є щось інтересне нове? Ну, у мене как-то тут два дня назад с товарищем с одним тема Тараса Григорьевича Шевченко коснулась. А что и вам непонятно? Ну, просто по биографии и по всему прочему. И встал один вопрос. Вот у него там в этом заповеде есть такая фраза, да, в Украине, да? Что он подразумевает, как вы думаете, по словам «Украина»? Дело все в том, что тогда, когда он это писал, Украина была частью Российской империи. То есть не была самостоятельным субъектом. Поэтому, как мне кажется, употребление предлога «в» возможно вполне оправдано. Ну, помимо там, ну, знаете, рифмы у него, там. Нет, обратно же у него в дальнейшем идет «Украина» везде есть. Помимо не «Украина», и там «Украина», «Украина». А здесь вот почему-то «Вкраина» с большой буквой. Я полагаю, что, скорее всего, это тоже он имел в виду нашу землю. Я для себя никогда не задумывался над этим делом. Но вот один раз... Там він казав, в країні милій, якщо да, я не помиляюсь. Да, як умру, то поховати мене в країні милі, да? О, саме вот так. Це ж мрія, мрія його, щоб так, ми були незалежні. Ні, так саме головне, понимаете, я спеціально підняв рукописний істочник, його на листочці написано. Там в країна написано з маленькою буквою. То есть я понимаю, с моей точки зрения, все-таки, наверное, в краине, это как в краю любимом, да, допустим, там. Не ну, как в стране, не как буду вот сейчас это обозначено. Не буду сперечатись, можливо. Потому что везде у него дальше идет Украина, пишется с Украины, как Украина, Украина. А тут идет в краина. И для меня было всегда тайной, почему именно с большой буквы. Поднял первоисточник, там с маленькой буквы. Вот пример того, как, блин, искажаются слова. Да вообще, я... блин, беспредел просто. Ну, наверное, он писал, похороните меня в краю любимом, я так понимаю, да? Вот если переводить на украинский язык. На украинский. С украинского на русский, да. А переименовали, написали в краина с большой буквы. То есть как в стране в какой-то, понимаете, в краина. То есть, наверное, это не совсем правильно. Вот я как-то думаю. Мы с товарищем немножко поспорили по поводу... Не Шевченко. Буду с вами спорить, так сказать, тут это зависит от точки зрения, скажем так, уже слушателя. Разные возможные интерпретации, как мне кажется. А спорили мы с ним на тему какую? Я сказал, что, может быть, было ошибкой то, что его выкупили из крепостного права. А, вам нравится крепостное право вообще? Нет, ведь смотрите, ведь его, как там, крепостной, как его там, кто, барин, да? Ну, барин, хозяин, да. Хозяин, его хозяин, он же его и в академию художественную поместил, да, и попытался его сделать этим своим, как его, семейным художником и все прочее. Как только его освободили, он сразу начал бухать. Ну, было дело. Да. По ресторанам и, так иногда да, заседали. И помер-то он, как писал... Как, от, цирроз печени, к сожалению. Да, да, да. Болезнь печени. Ну, тут тоже есть разные интерпретации, но одна из то, что он злоупотреблял, да, это было дело. Но опять же таки, его ж развратил Санкт-Петербург. Это же, обратите внимание, он же начал бухать, когда он... собственно говоря, жил в столице, в метрополии. Ну, само собой, он же в академии, он учился в академии, в художественной академии учился, его барин туда отправил. По тем временам. Нет, ну, я имею в виду, что о том, о чем вы говорите, что когда он уже получил свободу, он с друганами, ну где, в империи,
в столице империи, он начал вести такой образ жизни. Наверное, все-таки, понимаете, это же не показатель, что там в столице империи Бог. Не, я просто констатирую факт. Я констатирую факт. С таким же успехом, что, наверное, ну, где-то и в Веннице тоже начал бы бухать. Ну, он же наверное. Не в Веннице бухал, а конкретно именно в Петербурге. Возможно, не буду спорить. Ну, как результат. Обратно, я из города Харькова, вы откуда? Я сейчас живу в Новороссийске. В Новороссийске. Как вы видите то, что произошло с вот этим вот Defender'ом, который... как его корабль, да. Как там, эсминец он или что он там такой? Ну, во-первых, первое, что я могу сказать, что мое мнение, понимаете, что это как там, обострить ситуацию, тема обострения ситуации. Тема обострения ситуации, она, во-первых, курировалась и руководилась непосредственно не командиром корабля, да, будем так говорить. Это не его решение было зайти в территориальные воды, да. То есть это, наверное, откуда-то сверху. Для чего это? Ну, тут уже думать нужно, наверное, на международном какой-то там же сейчас саммит в Европе проходит, да, по России тоже самое обсуждается. Ну и это тоже. Да. Я думаю, что, скорее всего, эта цель была обострить ситуацию. Точно так же, как в свое время Порошенко пароходики отправлял под Керченский мост, тоже была цель обострить ситуацию, ввести военное положение, тогда помните, да? Да, но не ввели же военное, точнее ввели, но ввели, очень но быстро, просто ему не дали. Очень ему просто быстро не дали. Убрали. Поэтому ему не дали тоже... вести налоги. Ну, конечно, дней, конечно, да. не дали. Так и здесь я думаю, что смысл был это какое-то международное обострение ситуации. То есть, а зачем Россия повелась на это? А как по-другому? Кстати, ну это же был, кстати, подарок для ваших пропагандистов и для того, чтобы лгать, и в том числе и вашей пропаганде. Ну, в смысле лгать, пропагандировать? Ну, смотрите, все же ваши видео показали. Разве этот корабль изменил курс? Ну да, он вышел из территориальных вод. Там изменил курс, или он просто как плыл, так и плыл? Нет. Есть же карта с трекингом этого корабля. Я могу сказать одно, что вот я там смотрел, я особо внимания не уделял, но я смотрел там по минутам. Минута зашел в территориальные воды, там через 5 минут вышел из территориальных воды. Ну так есть видео, как он вот заходит и потом драпает, разворачивается и драпает? Ну, во-первых, я так понимаю, вначале была информация о том, что обратная же стрельба по пароходу – это фейк, да? То есть это опять там российские эти пропагандоны что-то придумали. Выступил это как лондонский... Ну, по кораблю стрельба это фейк, по воде стреляли. Ну, так правильно, это же предупредительная стрельба. Ну, предупредительная стрельба, где... А показали, кстати говоря, где эти трассы ложились? Ну, показали, как он стреляет. Ну, показали, а куда? Просто стреляет? Черт его знает. Ну, наверное, восстановите. Зачем надо было... Да. А зачем надо было лгать, что там какие-то 4 бомбы скинули с Су-24-го? Я не знаю. Вы не знаете. Возможно, покажут видео с этими бомбами, понимаете? Не покажут. Уже, по-моему, все, что хотели, показали. Подождите, а если покажут тогда что? Ну, если... Почему? А почему до этого не показали? Ну, смотрите, до этого просто сообщили, да, сказали, что не было стрельбы. Показали стрельбу. Да? Если сейчас нет, никто же не говорил, что стрельбы не было. Как говорили, наоборот, что никакой стрельбы не было. Даже англичане говорили, что стрельба была. Ну, это говорил один из, как его, кто на борту находился. Он сказал, я сидел на борту. Нет, на борту он говорил вообще про 40 там, чи 20 самолетов. Говорили, официальные сообщения сидели, были, что была стрельба, там. Да. Ну, опять же, мне кажется, что самое ключевое, это менял он курс или нет. А мне кажется, самое ключевое, то, что была поставлена цель обострить международную ситуацию каким-то образом, и вдруг ни с того ни с сего на пароходе, который заходит в территориальные воды, находятся 2 журналиста. Они же до этого были на... у нас, и там даже подписывались и документы. Это же не просто так там журналисты. Ну, я понимаю, но обождите, ну что, на всех военных пароходах сидят журналисты? Если военный корабль
выполняет до этого какую-то функцию представительскую или там еще какую-то военно-дипломатическую. Здесь не представительская, тоже было сказано, что этот пароход, это он ходит там в сопровождении какого-то авианосца. Ну там же документы на нем какие-то были подписаны. Черт его знает, я понял. Я могу сказать одно, что все о том, что это спровоцированная ситуация, именно запланированная ситуация. Да, показать чей Крым, позицию Англии. Показать позицию Англии, что она Не признает оккупацию Крыма. Ну, оккупация обратно же, вы же не говорите слов, которые под собой не имеют основания. А как вы понимаете, что такое оккупация? Хорошо, давайте. Подождите, как вы понимаете, что такое оккупация? С моей стороны, слово оккупация, первое, это захват, воинский захват, военный захват всех коммуникаций, да? Захват всех государственных учреждений, да? Это оккупация, уничтожение экономики, это уничтожение истории, переписывание истории, оккупация, да? Это изменение языка, это изменение культуры, ну и так далее и тому подобное. Ну, а еще присоединение. Ну, это ж есть оккупация, есть аннексия. Обождите, вы говорите про оккупацию. Оккупация не подразумевает присоединение. Не подразумевает, это захват. Это захват, чисто захват. Оккупация. Да. При помощи вооруженных сил. Ну, вот так, я считаю, по-моему, что оккупация. Вот я считаю, что оккупация произошла в 91-м году Украины произошла оккупация. Ага. Вот это вот я считаю стопроцентное, понимаете? Под все где же там оккупация-то? Ну, смотрите, первое. Все государственные органы власти были захвачены, да, незаконно. Раз. Это в Москве или в Крыму, я прошу прощения? В Крыму, в Киеве. В Киеве. А в Москве не были захвачены? И в Москве то же самое. И в Москве. Так, то же самое. Но в Москве более-менее банда другая была. То просто банда другая. Ну, смотрите, классно. Но здесь, в Киеве, помимо всего прочего захвата власти, было еще первое. Уничтожение экономики. Раз. Переписывание истории. Два. Переписывание истории. Уничтожение культуры. Четыре, да? Да, так это же у вас же точно, да, это же можно и про вас сказать, если со стороны смотреть. Ну, смотрите, чем, например, отличается оккупация немецкая от оккупации российской? Ну, когда немцы Крым оккупали, немцы, например, тоже в свое время оккупировали Крым, правильно? Да, первым делом. Ну, так в чем отличие немецкая оккупация от российской? Смотрите, давайте первое, я же вам просил, чтобы вы перепутали понятие оккупации. Ничего я не перепутал. Была немецкая оккупация, сейчас российская. В чем разница? Немецкая оккупация, разница в чем была? Это было одно государство на территории другого. Да? На территории другого оккупация произошла. Первое, переименовали все улицы. Ничего не понял. Кто переименовал? Немцы переименовали? Немцы, конечно, все улицы переименовывали? Ну, зачем вы? Зачем вы? Какие-то основные улицы. Какие-то основные улицы? Ну, так и в Крыму тоже что-то переименовали. Ничего абсолютно. Ничего не переименовали? Ну, то есть самый главный признак оккупации – это переименование улиц. Нет, вы как там, передергиваете. Нет, это вы передергиваете. Вы сводите оккупацию. Я же вам сказал, признаки оккупации. Признаки оккупации. Как минимум пять назвал. Что из этих пяти… Я же говорю, то же самое, что делали немцы в Крыму. Немцами. То же самое. Вот что делали немцы? Вооруженными силами немцы оккупировали Крым тогда. Вооруженными силами. А при чем здесь вооруженные силы России? Как это? При чем тут вооруженные силы России? Это же было сделано. Какой так же, как и немцами. Так же, как и немцами. Это было сделано вооруженными силами Российской Федерации. Глупость какая. Глупость? Почему какой глупость? Один государственный орган прекратил свою деятельность на территории Крыма? Что значит прекратил свою деятельность? Хорошо. После захвата, как вы говорите, военный захват. Был же парламент захвачен. Когда он захвачен? Парламент как? Разве он именно был захвачен? Его продолжили уже под контролем российских вооруженных сил.
То есть, если бы немцы, например, захватили какую-то, скажем так, территорию какого-то колхоза и оставили там, они же колхозы-то оставляли работать. Это уже можно, может мне немец сказать, что... Обождите, что вы подразумеваете по словам «захватили парламент»? Захватили ну, это же было сделано при помощи вооруженных сил Турчинов, Российской Федерации. Смотрите, вот в 2014 году в результате государственного переворота был захвачен парламент. Изменен государственный строй. Вот это вот захват. Абсолютно нет. Как нет? Ну как, депутаты же. Разве это было сделано при помощи вооруженных сил? Конечно. Подождите, какие вооруженные силы? Вооруженных лиц. Да. Парламент кто-то захватывал какие-то вооруженные лица. Конечно. Кто, когда? После того, как, ваши шапки воровал, который Янукович, подписал соглашение о досрочных выборах совместно с оппозицией и гарантии трех стран. А почему Россия не подписала этот документ? А зачем ей Россия подписывать? Подождите, вот там же был ваш представитель. Который тоже должен был этот документ подписать. Почему он не подписал? Почему он должен был подписать его? А почему должен был подписать, например, там, кто там, Германия, Франция подписала? Они гарантами. Гаранты. Почему Россия не выступила гарантом? Потому что там же был ваш представитель. Почему ваша страна... Россия не была гарантом. Почему ваша страна не стала гарантом? Почему потому ваш представитель был, и он отказался подписать этот документ? Потому что гарантом не стал и Белоруссия, не стала Буркина-Фасо, не стала представителя не было ни Белоруссии. Ну и что? Ну был представитель. Ну был представитель. России, почему он не подписал этот документ? Ну потому что не согласен был с этим документом. Не согласен был, потому что подписание этого документа, потому что уже тогда была спланирована операция по нападению оккупации и аннексии Крыма. По логике, ну это же очевидно. Не надо логики. У вас логика абсолютно вы хотите сказать, что эта операция по захвату Крыма, родилась буквально за полдня? Нет, я хочу сказать первое, что смотрите. Вот. Операция, как вы сказали, по захвату Крыма не было. Второе. Как это не было? Это же действия, организованные действия ваших вооруженных сил, которые снимали с себя... знаки различия. Кстати, ваша страна действовала гораздо более, скажем так, нечестно, чем гитлеровская Германия. Обождите, референдум в Крыму был проведен? Так и немцы могли провести референдум в Крыму. Обождите, я спрашиваю, был проведен Крым? Нет, потому что никто не признал результаты этого референдума, кроме страны оккупанта и некоторых стран, которые от нее зависят. Кто? Обождите, кто в ООН, что кто признал этот референдум? Кто-то? Нет. Ну ООН, так видите. Резолюция ООН говорит о том, что призывает пересмотреть итоги референдума. Это вообще не референдум. Так референдумы не проводятся. Нельзя проводить референдум в условиях, когда вооруженные силы вашего государства обеспечивают проведение этого референдума. Ну там, я уже не говорю про 146%, про отсутствие подготовки этого референдума, о том, что этот референдум был вообще незаконен. Обождите, а законно выборы президента во время ведения гражданской войны? А кто это признал? Это же вы признали, что это гражданская война. Это весь мир признает. Да кто это? Где признал? Где какой документ есть? Как назвать события на Донбассе? Антитеррористическая операция? Конечно. Террористы, 6 миллионов террористов? Гораздо больше, потому что... Назовите хоть один террористический акт. У нас в Харькове. Сбитие Боинга малазийского – террористический акт. Я согласен. 298 я согласен с вами. Я вот граждан. Я слежу за этой ситуацией, как она развернется. Да-да-да, следите. Техническую часть расследования вы уже изучили? Да мне просто вот, смотрите, вот простой вопрос, элементарный вопрос. Угу. Если на месте преступления находят нож, пистолет, автомат, ищут кого? Того, кто владел этим ножом, пистолетом. Разумеется. Да, Российская Федерация вполне себе. Абсолютно. На месте сбитого Боинга
нашли орудие преступления, ракету, которой был сбит самолет. Совершенно верно. На этой ракете есть номер. Заводской номер. Да, именно. Все есть. И, о чем это говорит? О чем это говорит? Есть документы, подтверждающие, когда это фальсифицированные Российской Федерацией, где М1 было дописано от руки. Никто же не признал подлинность этих документов. Как не признал? В суде смеются над вашими документами. Эти документы должны быть не только, что завод в Мытищах передает его украинской стороне, а и то, что украинская сторона, ну тогда воинская часть на территории Украины, принимает его. Там нет важнейших моментов в этих, это фейк, сфабрикованный вашими преступниками. Ну, суд, также точно. Доказательства. Что, не понял? Суд приобщил к материалу. Кто вам об этом сказал? Ну, откройте. Кто вам об этом, подождите, кто вам об этом сказал? Ваш телевизор. Я вам говорю. Откуда у вас такие сведения? Я слежу за событиями. Откуда вы это взяли? Вы из следите YouTube, и... Из Ютуба. Я понял. Там можно найти, что ваши пропагандисты, они лгут. Скажите, что они лгут? Хорошо, ладно, давайте так. Хорошо, секунду. Ну, про эту ракету это ложь. Где эта ракета? Ваши преступники, которые пытаются отвести... Обождите, ну смотрите, скажите, хорошо, наши преступники, да, говорят, что мы эту ракету направили туда-то, да? Да. Ну ведь в этой же части, которая есть, там какие-то документы остались? Именно, и когда... И они же могут показать, что значит, нет этой ракеты. Так именно же это и было сделано. Над вашими фальсифицированными документами все смеются. Такой документ. Это двусторонний документ. То есть не только есть документ о том, что эта ракета направлена, но и на заводе производителя есть документ, что она получена такой воинской частью. У вас нет ни ответного документа, что она воинской частью получена, потому что вы фальсифицировали тот документ, который и там, в журнале, в котором ведет, в ваших же документах, там достаточно наглые, там же наглые фальсификации, было дописано маркировка этой ракеты. О чем вы говорите? Ну, с вами смешно разговаривать. Ну, это с вами смешно разговаривать. Есть факты, понимаете? Есть факт о том, что фальсифицировала ваша сторона. Да, эти документы приняты судом, понимаете? Они приняты судом. Да, и они сказали, что это фейк. Этот фейк давно разоблачен. Фейк сказали о том, что переговоры, представленные службой безопасности, это фейк. Вы опять-таки ошибаетесь. На последнем заседании. Это вам ваши пропагандисты сказали. Дело все в том, что когда служба безопасности Украины сразу же после этого события, ну не сразу, ну скажем так, по горячим следам, еще не таким... скажем так, затертым, опубликовала переговоры, то они публиковали не полностью все общение, а выжимки. А вот те переговоры, которые уже были направлены в суд, на них есть экспертиза, что это подлинные переговоры. Вопрос, смотрите, вот просто элементарные вещи, да? Вот из 4 человек с одного уже обвинение снято. Нет. Кто вам сказал, что обвинение снято? Откуда? С кого сняты? И что это? Кто это? Есть только один, который там с адвокатом. Не, да? Ну вы же лжете. Да, это, по-моему, Дубинский, если я не ошибаюсь. Или кто-то один со адвокатом. Ну, неважно. Короче говоря, у него есть голландский адвокат и российский адвокат. Ну да, и что? Да. И что? То есть... Первоначально была представлена выписка из разговора. Со стороны адвокатуры был представлен полный разговор. Не вырезка, а полный разговор, весь представленный. С участием непосредственного участника этого разговора. И в соответствии с этим, вот эта вырезка относилась к абсолютно другому самолету,
И она исключена как вид доказательства из материалов дела. Но там, хорошо, предположим, что то, что вы говорите, это правда. И это что? Говорит о том, что, это... говорит, что служба да. безопасности Украины сфальсифицировала доказательства и направила их в суд. Ни в коем случае. Это называется фальсификация. Чистая, нет, 100%. Фальсификацией занимается ваша сторона. Ну, пример фальсификации. Ну, как же. Например, я же говорю, документы о том, что эта ракета была направлена в Украину. Ну, эти документы носят... выводы вашего Алмазантея, это же тоже фальсификация. В смысле выводы Алмазантея? Ну, конечно же. О чем? О чем? Ну, смотрите, в выводах Алмазантея в конце, в резюме было сказано, что если на правой стороне самолета будут пробоины, то это говорит о том, что ракета прилетела из района Снежного. На правой стороне, сказали вы, пробоин нет. Показывают, судья осматривает воссозданный из обломков самолет и конкретно рулеточкой меряет пробоины на правом борту самолета. Да черт, я знаю. Да черт, конечно, как неудобно получилось. Конечно, как неудобно получилось. Это БУК 53-й зенитно-ракетной бригады. Откуда у вас такая уверенность? Вот вы говорите БУК 53-й зенитно. Да потому что закончено уже техническое расследование. Голландцы закончили техническое расследование. И есть многочисленные данные о том, показан путь этого БУКа, откуда он взялся, где он пересекал границу. Кто его вел? Есть биллинги телефонов террористов, ваших террористов, которые знаете, сопровождали, даже когда человек не включает мобильный телефон, он все равно существует биллинг его абсолютно, мобильного телефона. Связь идет постоянно, да. Всегда видит. И вот ваши террористы имели в карманах телефоны, вот, которые показывают, ну это Обождите. Же терроризм, из 53-й зенитно-ракетной бригады загонять на территорию Украины, где идут, где ваша страна ведет боевые действия, загонять БУК с четырьмя ракетами. На каком основании вы говорите, что был загнан БУК? Вот вы скажите мне, хоть одно доказательство есть этого? Ну как же, во-первых, есть свидетели в Голландии, хоть есть один. Свидетели, они по номерам идут. Свидетели, которые сейчас находятся в Голландии, как минимум два человека, рассказывают о том, как они видели из района Снежного, там немножко другой населенный пункт. Нет, вы сказали, пересекла границу. Кто видел, пересечен, пересекал границу? Я же говорю, во-первых, как этот БУК попадал и на фоторегистраторы, и попадал на все камеры это наблюдения, фейки, конечно же. Уже же доказано, что это фейки, все монтаж. Кто это вам доказал? Да, это доказали вам ваши преступники, которые, чтобы выйти не на себя. Ну, конечно. Вот в голландском суде разве было признано, что вот эти вот, они же даже выкупали и фотоаппараты, и видеорегистраторы, чтобы были оригиналы аппаратуры, которая это снимала. И именно голландское следствие, техническая часть следствия показала, что это подлинные кадры, когда БУК ваш, БУК 53-й зенитно-ракетной бригады, все же известно. Да подождите, почему 53-й? Откуда вы взяли это? С чего вы взяли? Какие доказательства? Откуда? Из того фильма, который показали, мультфильма, который показали? Нет, это вам показали мультфильм. Это вам оправдали эту всю мерзость. Вообще-то я смотрел на голландском языке на полностью. Конечно, весь конечно, конечно, да. конечно. Он же опубликован в Ютубе. Конечно, а расследование, ну, фильм то фильм. Расследование, техническую часть расследования, она же закончена. Нет, там не техническая. Ну хорошо, часть а какие у вас предварительное следствие? Предварительное закончено. Следствие закончено. Вы путаете, понимаете, вот да, да, техническая часть. Техническая часть – это совсем другое. Техническая часть – это заключение технического эксперта. Он является одной из составляющих частей предварительного так следствия. Так вот, смотрите, этот БУК был многократно попал и на фоторегистраторы.
Конечно, вам заливают говно в уши, что это фальсификация. Ну так всегда да. же, грубо говоря, преступник будет рассказывать, что да настоящие... Ну, есть орудие средства, орудие убийства, есть на месте. Конечно, наши. И это ну, ваша ракета, российского ну, давайте БУКа. Давайте докажем, что это наша российского БУКа ракета. Да, не просто ракета. Вот. Она, ну, кстати говоря, ваша сторона сначала фальсифицировала тип этой ракеты, а оказалось, что это ракета, которая могла быть. Ну, тип ракеты. Смотрите, ваша сторона фальсифицировала. Все же просто, да? Вот все просто. Если есть номер на ракете, да? Да. Есть номер на ракете. Да, и есть страна, которая фальсифицирует есть страна документы. Обождите, ну, можно же направить комиссию, да, на завод. И посмотреть предыдущий номер, да, этой ракеты и следующий номер этой ракеты, да? Уже доказано в голландском суде. Кем доказано? Эксперты анализировали этот документ и пришли к выводу, что он грубо фальсифицирован. Так, ваша сторона фальсифицировала эти документы. Обождите, я вообще документы не трогаю. Я вам говорю, что нашли орудие преступления. Да. Да. Известно, кто его выпускал. Конечно. Ну, можно же отправить туда комиссию на завод. Ваша страна всячески затягивает это следствие. Ваши адвокаты постоянно по 10 раз повторяют совершенно ничтожные аргументы, только чтобы с целью затягивать следствие. Ваши адвокаты вот этого вот Дубинского постоянно говорили о том, что они не могут встретиться с самим Дубинским. И на основании этого ваша же страна постоянно затягивала это следствие. Я вам говорю какие-то нормальные вещи, вы опять... Я вам говорю факт, что ваша страна... Факт простой, поймите. Есть орудие преступления, да? По этому орудию преступления всегда можно найти преступника. Конечно, только тогда... Почему суд не занимается этим? Суд именно этим занимается. Просто преступник... имеет возможность фальсифицировать эти документы. Ваша страна – это преступник, страна-преступник, страна-террорист, которая загнала, ваша страна, которая загнала туда, лгала постоянно, что это, так сказать, не Путин выступил, ваш верховный главнокомандующий, практически в ночь после сбития этого Боинга, он днем был сбит. И он открытым текстом тогда сказал, он перепуганный был, и открытым текстом сказал, что не важно, так сказать, кто сбил БУК, важно, так сказать, на чьей территории и в результате чьих боевых действий. Я не знаю, я просто вот так вот с математикой дружу и в детстве всегда дружу. Что такое логарифмическая функция? Логарифм – возведение числа в степень. Ну, зачем? В логарифм – это возведение числа в степень. Ой, логарифм, прошу прощения. Нет, я считал это самое какое. Ну да, логарифм нуля при основании ноль будет чему равен? Единице. Неправильно. Нет, это неправильный логарифм. Не существует. Существует, такого... потому что предел логарифма нуля. Логарифм 7 при основании 7 будет равен единице. А логарифм нуля при основании 0 это не предел... существует. Когда он сходится, и он сходится к единичке тоже. Вы можете одну вторую разделить на одну треть? Легко. Сколько это будет? Это будет три вторых. Одна целая? Ну, слава тебе, Господи. Я поэтому говорю, что математика у меня более-менее все нормально, но теперь мой вопрос вам, да? Косинус нуля, чему равен? Косинус нуля – единица. Ну, я согласен. А синус нуля, корень квадратный из двух. 1,41. Ну, приблизительно. И дальше там. Ну, отлично. С математикой у нас все хорошо. Вот смотрите. Вот скорость самолета какая? 900, ну, порядка, да, там 800 с чем-то, 900. Километров. Ну, 900. Ну, берем 900, просто легче считать, да? Ну. 900 километров в час. Внизу стоит радиолокационная станция, которая отслеживает 30 километров, да? Радиолокационная станция может больше отслеживать. Нет, на БУКе. Вот мы говорим БУК-1, который без ничего, без командной машины. Ну, сейчас не буду спорить, предположим. Так, вот скажите мне, вот 30 километров, да? За сколько 30 километров пролетает самолет со скоростью 900 километров в час?
Это ну, считается очень легко. Это очень легко посчитать. Две минуты. Две минуты. Так, подождите, ведь БУК создан для уничтожения целей, даже которые летят на сверхзвуке. Абсолютно с вами согласен. Но он уничтожает цели при условии, если он в комплекте, 4 машины. Совершенно верно, радиолокационная станция. Радиолокационная станция, да? Да. Машина пустовая. Радиолокатор машина... на БУКе, свой собственный, маленький, который в секторе 120 градусов позволяет прекрасно уничтожить... 30 километров, да? Вот 30 километров, вот этот маленький локатор позволяет. Да. А ну, предположим, что 30 больше. Километров. Я считаю, что больше. Я считаю, что больше... Самолет? Он только вошел, они же ждали этот самолет. Они же думали, что это Ан-26, военно-транспортный самолет украинский, который просто поднял потолок, чтобы его не сбивали те средства. Что-что? Как они могли его увидеть? Они знали, что будет лететь Ан-26, военно-транспортный самолет. Именно поэтому, ваше... Ан-26 не поднимается на высоту 10 тысяч. На БУКе не было высотомера. Вот этот радиолокатор, который на БУКе, потому что я радиолокационщик. Он двухкоординатный радиолокатор, он не трехкоординатный, он не определяет высоту цели. И они только увидели отметку на радиолокаторе и сразу же вальнули его ракетой. Это же очевидно. Вы считаете сразу, что они сидели и ждали, да? Конечно. И как только увидели, сразу вальнули. Да, они когда упал самолет, и террористы ваши, и центральные средства массовой информации, я не помню, там Первый канал или какой-то, уже сообщили, что упал украинский Ан-26. То есть еще обломки только и тела упали на землю, ваши же террористы сообщили и похвастались, потом были удалены эти сообщения. Но невозможно говорить. Вы же сами но знаете. Это же все, интернет помнит все именно. Ваши невозможно удалили эти сообщения, удалили сообщения, но они остались. И вот правильно. Ну как, в публикации, я не помню, где он там, в Фейсбуке этот ваш террорист писал об этом, что говорил же, не летайте над Донбассом. Фейсбук вообще в Фейсбуке Россия вообще ничего не может сделать. Фейсбук основной сервер находится в Америке. Ваш, это же я говорю, ваши террористы, если я не ошибаюсь. Вы фразами не бросайтесь. Ваши террористы, ваши средства массовой информации, ваш телевизионный канал. Не знаю, один из центральных телевизионных каналов, по-моему, тоже выдал сообщение, сообщении было то, что сбит украинский Ан-26. Они были уверены, и ваши. Зачем Россия закрыла воздушное пространство за день до этого инцидента? Россия закрыла. Да, вы не знали этот факт? Россия закрыла для своих самолетов воздушное пространство, потому что ваша страна знала, что туда направлен БУК. И ваши же террористы... Почему Украина не закрыла, если... Потому что нет ни одного, мы же не знали, ваша страна знала, что вы направили туда БУК. А мы не знали, что вы направили туда БУК. Подняли, просто наша страна подняла потолок. Кстати говоря, у голландцев нет формальных претензий к Украине, потому что нет ни одного международного документа, который обязывал бы это сделать. А вот ваша страна закрыла для своих самолетов там, в этом в районе, воздушное пространство, потому что ваша страна, ваши же знали, ваши негодяи знали, что вы направили туда. Смотрите, вы чушь несете уже, надоело. Не чушь, это факт. Факт закрытия воздушного пространства. Вот смотрите, для вас нету, конечно же. Как что-то касаюсь, у вас одни какие-то бред. Вот, ладно, смотрите. Это у вас бред. Смотрите, задал вопрос, привести пример террористического акта, да? Ну, конечно. Со стороны. 7 лет было антитеррористическое что-то, АТО, да? Ну, конечно. Но это же терроризм, захватывать воинские части.
захватывать при помощи спецназовцев чужой страны, при помощи переодетых военнослужащих ваших, которые поснимали со своей формы знаки различия. Обождите. Вы 7 лет ведете антитеррористическую войну, да? Операцию. Не... Операцию. Операцию. Но ни одного террористического акта вы представить не можете. Как это? Как это мы... Я же говорю, когда я представляю вам примеры, вы говорите, ну, что это не террористические акты. У нас в Харькове были террористические акты. Какие, к примеру? Ну как, взрыв на улице, который... и вот эти вот преступники, которые были осуждены к пожизненному заключению. Именно же российская сторона настояла на том, что они не проведут обмен, если Украина не включит этих ваших террористов в список на обмен. Ваша страна добилась того, что эти террористы, повинные в смерти 4 людей, из которых самому младшему было 16 лет, чтобы они были включены нашей страной на обмен, иначе не будет обмена. Именно ваша страна настояла на этом. Ну, то, что меняли украинцев на украинцев, это понятно. Вопрос другой. Скажите, но ваша страна занималась. Это террористический акт, когда государственного деятеля уничтожают, взрывают. А о чем вы говорите? Ну, вообще, в принципе, ну, это террористический акт. Это самое, когда травят, например, а потом садят. Взрывают, бомбы взрывают. Да-да-да, травят. Ну, вот смотрите. Государство вот, травит. Глава, государственного глава. Деятеля вашего. Да. Вашего государственного деятеля травит государство ядом новичок. И это подтверждают независимые лаборатории на Западе. Какие лаборатории? Ну что, вы чего вы бред несете? Это, а вы об этом не знали, что лаборатории подтвердили, что это фосфороорганическое отравляющее вещество, которое невозможно на кухне сделать? Почему новичок, когда новичок уже не делается в России, уже 60 лет не выпускается? Да-да-да, вы расскажете об этом, что 60 лет. Поймите, вам невозможно ничего сказать. У вас есть своя точка зрения, которая не касается. Советский шпиль. Террористический акт самый? На территории чужого самый? Государства, как? На территории Англии секундочку. Ваша страна сделала террористический акт с применением химического оружия. Травили новичком. Где он сейчас? Где под охраной этих самых англичан. Кому? Вам даст? Да кому? В суде даст. В суд. Зачем? Какой суд? Что ну, вы... Его же отравили. Россия отравила. Пускай обратится в суд. Угу. Вот поляки обратились, пока ты не в суд. Да? Обратились в суд, в Европейский суд. По морде получили, больше не обращаются. А ну, ваша страна может обратиться в суд по поводу эсминца Defender? Ваша страна может обратиться в суд по поводу, как вы говорите, нарушения? Нет, по воинским таким столкновениям обычно суды не рассматривают материал. Нет, обычно не по воинским столкновениям. Нет, нет, нет. Почему? Ну зачем вы лжете? Ну а как это? А разве нет судов по воинским преступлениям? По нарушениям, нет. Которые сделали военные? Ну, вот по нарушениям, которые сделали военные против военных, обычно суды не рассматриваются. Это это же международные преступления, если вы считаете. Нет. Да, ну нет, конечно. Смотрите, ну зачем вы говорите? Вот вызвали этого лондонского Великобритании дипломата на Смоленскую площадь. Да. Вручили и ноту протеста. Почему ваши СМИ звуковую дорожку не показали? Как он сказал, что... А, где показали? Показано. Что, какие там, что там слова были? Там были слова... Там слова были, смотри, не попади по Дефендеру. Вот это вот были слова. Нет, я имею в виду, когда ваши вызвали представителя Англии, атташе. Была там звуковая дорожка? То, что говорят дипломаты, обычно об этом никто не говорит. Никто не говорит. Зачем? Конечно. Назовите мне пример, когда бывает звуковая дорожка, когда дипломаты общаются. В любой момент. Ну, назовите мне хоть один, когда дипломаты общаются. Ну, например, когда, скажем, ваш Лавров с кем-то общается, есть же звуковая дорожка? Когда Лавров дает интервью по результатам общения, может быть.
Но когда дипломаты общаются, это и есть дипломатическая пресса. Она ваша страна специально не показала реакцию атташе английского. Как, потому как что именно он сказал о том, что они действовали в соответствии с международными законами. Какой международный закон нарушила Англия? Давайте я вам скажу. Это так. Же когда вы страна, которая нарушает международное законодательство. Когда вызывают дипломата к одному, он не высказывает свое мнение. Он выслушивает то, что ему говорят. Ну, он взял папку. И ушел, все. Сделал, ничего не... Да-да-да. Но реакция же должна быть англичан или не должна? А реакцию англичане выдают в ответном своем слове. В ответном. Ваши дали эту реакцию? Пока нет. Она была, ответа. Между прочим. Но официального ответа не было. Как это? Это вот, у вот, вас допустим, не вот было. Министр Великобритании это уже два раза вас, прикрывал. Это у вас не было. Ну, почему? Я же тоже смотрю все мировые новости. И BBC, и Евроньюз, и Deutsche Welle. Ну, хорошо, времени уже нет. Нехай сейчас. Ну вы когда вот понимаете. Шановний Беспал Олександр, завдяки вам та таким патріотам, як ви, ми маємо змогу давати достойну відсіч російським окупантам. Дякуємо вам за допомогу в розмінуванні. Ця допомога безцінна. І ще маленький виступ. Щиро вдячні вашій матері за такого сина. Нехай вона завжди буде здорова. Слава Україні! Героям слава!